Что касается перспектив рекламного рынка, что будет происходить, на самом деле сейчас клиенты становятся все более требовательными. И то, что работало 20 лет назад, когда можно было просто разместить, там, взять какой-то дирижабль, разместить на нем логотип, запустить его в небеса, сказать, вот это реклама наших шин, и надеяться, что люди побегут покупать шины, сейчас этого не происходит. И выживать будут те рекламщики, которые научатся давать клиентам результат, который будет измеряться не количеством кликов, не количеством заходов на сайт, не количеством подписчиков в группе, а результат, который будет измеряться продажами. А что это? Онлайн, офлайн. Это наружная реклама, это реклама на телевидении, это совершенно не важно. Да, есть тренды, есть тренд, что все более это уходит в цифровые области, а все это больше уходит в зону интернета, в зону соцсетей. Но критерий очень простой. Выживут те, кто будут давать результат в виде продаж. Вот это ключевая вещь.